Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Быстров, автор сайта поискбыстро.ру. Из этого короткого видео вы узнаете, что можно найти в интернете по номеру американского телефона с помощью российского сервиса Roam.ru. В предыдущем видео мы тестировали мобильное приложение про поиск людей и с помощью его нашли телефон Иванки Трамп. Сегодня мы будем искать информацию по этому номеру телефона. Итак, на экране вы видите телефон Иванки Трамп, дочери президента США, найденный с помощью мобильного приложения о поиске людей. Для этого входим на российский сервис Roam.ru, но в связи с тем, что он ищет, вводим в поисковую строку номер телефона, но в связи с тем, что сервис предназначен только для российских телефонов, впереди ставим или плюс 7 символа, или 8. Далее нажимаем «Искать» через Google, потому что мы ищем в зарубежном сегменте интернета. И далее необходимо вручную удалить все российские префиксы, то есть семерки или восьмерки. Когда это будет сделано, вот вы видите, удаляем дублирование содержимого поисковой строки. Когда это будет сделано, нажимаем на поисковую лупу, то есть «Найти». И далее знакомимся с результатами поиска, который нам выдает Google. Вот белые страницы показывают, что это телефон магазина «Иванка Трамп. Ювелирное изделие». Просматриваем остальные ссылки. Выясняется, что действительно это не телефон Иванки Трамп, а телефон ее магазина ювелирного. Таким образом, вы можете искать информацию о любых владельцах зарубежных телефонов с использованием сервиса Roam.ru. Вводите этот телефон в поисковую строку и далее с российским префиксом, и далее просто уже в поисковой строке Google удаляете или заменяете на префиксы той страны, где вы ищете информацию. Вот вы видите, Иванку Трамп мы все-таки нашли. Ее магазин, ее и сайт. На этом все. Большое спасибо за внимание. Предлагайте мобильные приложения для тестирования. Если вы ничего не предложите, то я сам буду выбирать приложения, которые наиболее интересны мне. По теме, конечно, поиска в интернете людей, автомобилей, номеров телефонов и так далее. Я не буду вам предлагать подписываться на мой канал, потому что эти призывы ни к чему не приводят. А если вам действительно интересно, вы и так подпишитесь. До новых встреч!